Привет, ребят! Сегодня я здесь со своей сестрой Юлей. Привет! Итак, видео, как мы уже поняли по названию, называется 7 Second Challenge, но мы такие умные и креативные, что мы решили сделать 10 секунд challenge, то есть типа мы делаем действие не за 7 секунд, а за 10. Конечно, много, раз, два, три. Кто? Я начинаю. Так, Настя, тебе нужно за 10 секунд нарисовать картину, которую ты сможешь продать за $1 000 000. На! Блин, пошло! Раз! Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А здесь написано типа YouTube, а внизу написано купите картину. Нет, $1 000 000 тебе обеспечить. Да. Ура, 5 баллов. Следующее задание, которое Юля должна выполнить, 10 секунд. Юля должна надеть шляпу и прочитать рэп за 10 секунд. Раз, два, три, давай. Раз. Меня зовут Юля, мне почти 15 лет, и я люблю снимать видео на YouTube. Йоу! Настя, шляпу. Настя, тебе нужно за 10 секунд взять в моей комнате 5 вещей, с которыми ты бы прожила всю свою жизнь, смогла бы прожить. Раз, два, три. Они должны быть целесообразные. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, мне слишком много вещей. Я взяла. Окей, ребят, я взяла 5 вещей, которые я должна с ними прожить. Сколько? Всю жизнь. Могу. Начнем с самого главного, конечно же. GoPro, которой у меня нет. Черные тени. Вы знаете, что я люблю черные глаза, как будто только что набили морду. Напиток. Водичка. Люблю водичку. Каждый день нужно пить 2 литра воды оранжевого цвета. Кошелек. Интересно, там есть деньги? С деньгами, кстати говоря. На год хватит. И, конечно же, важная вещь, которая нужна каждой девушке. Супер! Супер! 5 баллов. Юля должна за 10 секунд найти на глобусе Черногорию. Что? Это где вообще? Это где? 5. Я на глобусе 3, 6, 7, 8, 9. Я не знаю. Юля не знает где. Короче, Черногория, показываю. Черногория — это типа там вот где Италия рядом. Вот типа Греция, вот Словения. Вот она, вот смотри, покажи. Я камеру нормально. Видишь, посмотри, читай. Черногория. Назови 5 сложных слов типа синхрофазотрон. Время пошло. Что? 1. 2. Позвоня Томика. Ты что? Это фраза. Слова. Типа синхрофазотрон. Экстраординарный. 1, 2. Я буду прощать ждать. Время вышло. Я назвала только одно слово. Дело, которое должна сделать каждая девушка, наверное. Собрать в комнате 10 розовых вещей. О, мой бог! Раз. Я себе не полностью. 2. 3. 4. 5. 6. Все, мамин цитру. 8. 9. 10. Финал. Розовый. Раз. Часы почти розовые. Здесь тоже есть розовый. Здесь есть розовый, здесь 3. Нет розового. Резинка. 5. Это розовый. 6. Это тоже розовый. 7. Здесь есть розовый. 8. Она и почти. И вот здесь я фу. Раз. Здесь тоже есть розовый. Он не обстреляет. 9 розовых вещей. Юля, поздравляю тебя. Я тебе помогла шторы поднести. 10-ю держи. Настя, тебе за 10 секунд нужно подбежать вот к этому маленькому шкафу, открыть его дверь и надеть на себя 2-3 вещи. Время твое пошло. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. А третья? Все.
красотка. Yes, yes, baby. Итак, Юля, пожалуйста, склей клеем свои пальцы, как Ангела Меркель, за 10 секунд. Ты издеваешься? Раз, два, нет, блин, три, четыре, блядь, пять даже. Шесть, семь, я не знаю, как она их держит. Девять, десять. Покажи зрителям. Да, дамы и господа, я не знаю, немецко, поэтому он говорит на русском. Да, пять. Не надо, пальцы. Ты должна придумать на мне прическу на выпускной. А где резинки? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять! Я готова! Ну как я вам? 10 секунд Юля должна сделать следующее. Юля должна залезть в чемодан. Да! Два! Где? Три! Четыре! Подогрей! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Ты что?